друзья, мы приветствуем вас на канале «Стройгарант Анапа». Сегодня мы в коттеджном поселке Жемчужина, и для жителей поселка сегодня грандиозное событие – кладут долгожданный асфальт. Вы много писали, спрашивали, задавали вопросы – когда же? Но, к сожалению, в процессе строительства это невозможно. Сегодня для нас праздник. Порадуемся вместе с жителями. Работы идут очень плодотворно. Кладется асфальт только на первой улице, но заасфальтированы будут сразу три. Люди рады. Смотрите, наблюдают за процессом из окон домов. Но это же здорово. У людей сегодня праздник. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот для нас сегодня грандиозное событие. Кладут асфальт. Вы контролируете процесс, правильно? Да, лаборатория занимается фирма «Дортекс». Ага. В данный момент все идет по плану? Да, конечно. Все хорошо. Мы контролируем на всех участках. А начинаем погода хорошая для того, чтобы класть асфальт? Конечно, отличная. Отличная. Осадков нет. Погода как раз. Отличная. Температура южная. Южная, да. Осадков никаких. Спасибо большое, что вы до нас доехали. Мы очень вас ждали. Удачи вам в работе. Ждем результат. Вам тоже спасибо. Спасибо. Работает целая бригада, лаборатория контролирует качество укладки асфальта, поэтому все будет здорово, за качество не волнуйтесь. Компания «Стройгарант Анапа» держит слово. Складкой асфальта не останавливаются строительные работы. Пока асфальт не будет проложен до того места, где дома еще строятся, это в перспективе, но, как видите, слово мы держим, асфальт обязательно будет и там. Друзья, работы идут очень интенсивно. Вот здесь мы находимся где-то в течение часа. Уже заложена половина улицы, работает тяжелая техника. Все, обед! Мне кажется, это Константин. Давайте пообщаемся. Константин, здравствуйте! Здравствуйте, Марина Анатольевна! У вас сегодня праздник, мы вас поздравляем. Кладут долгожданный асфальт. Скажите, это для жителей сюрприз или условиями компании уже были заданы? Асфальт будет. Мы изначально, когда только планировали, да, строительство этого поселка, и клиентам говорили, что как только работа завершится, грузовая техника выйдет, с каких-то улиц, то мы будем начинать стелить асфальт. Поэтому первая улица, вторая, как бы уже мы идем к завершению, поэтому уже можно, в принципе, планировать по асфальтированию. Здорово. Но также мы еще дальше, пока работы ведутся, поэтому туда асфальт не будет. Чуть-чуть позже. Все будет в асфальте, но чуть-чуть позже. Поэтому пока здесь и на этом месте, и те параллельные улицы тоже планируем асфальтировать. Да. Кроме асфальта, что нового еще планируется в «Жемчужине»? Может быть, еще какие-то интересные моменты, которые стоит озвучить нашим подписчикам? Марина Анатольевна, получается, сзади нас стоит, получается, специально выделенный земельный участок для строительства подготовки под детскую площадку. Ой, как здорово. При поселке, да, планируем, что будет детская площадка. Класс. Ну и также образно при въезде в поселок также как бы есть в планах, чтобы была коммерческая недвижимость. Угу. Дети будут счастливы, классно. Да, не только дети, а их родители. Если ребенок счастлив, то родители тоже счастливы. Это точно. Так что обращайтесь в компанию «Стройгарант Анапа», и мы поможем вам в выборе вашего домика на юге. В этом деле, как лаборант, сколько вы уже отдали этой профессии? Пятый год. Это уже, ну, не стажер, ни что, конечно, как бы уже в этом теме. Мы одного лаборанта уже сняли. Давно, так, да? Тут их несколько, получается? Конечно, несколько конечно. Независимо один, качество. Второй, третий, чтобы как бы у них здорово потом сравнить, все ли показатели у всех идут одинаковые, правильно же? Все ли в норме, да. Как со стороны, когда заехали, вы были тогда и сейчас, изменился поселочек? Конечно. Преобразился? Да. Таких бы больше бы, да? Смотреть, конечно. Поэтому вот мы очень рады, что простой, даже не то что житель, а простой человек, который живет здесь, видит и оценивает. А почему бы нет? Обращайтесь. Да, обращайтесь. Обращайтесь. Если устал жить в хате, обращайся в «Стройгарант Анапа». Он поможет вам выбрать дом. –
Дорогие друзья, можно пообщаться с местными жителями, которые так долго ждали асфальт. Здравствуйте, как вас зовут? Расскажите. Звать меня Михаил. Михаил, вы откуда приехали? Приехал я с Подмосковья, город Электросталь. Ух ты! А давно здесь живете? Ну, я квартиру сначала купил здесь, уже здесь вот рядом, ага. В Сабанабалке. А потом вот дом. Долго смотрел, но захотел дом. Дом лучше? Ну, конечно, дом лучше. Скажите, у вас сегодня грандиозное событие, кладут асфальт, долго ждали? Я, честно говоря, здесь вот живу, в поселке, год, я недолго ждал. О, вам повезло. Ну, асфальт здесь прям необходим, потому что, видите, какая пылища. Да-да-да. Сейчас, да, потому да, что да. Асфальт, ну, я, честно говоря, даже не ожидал, что так быстро сделать. Здесь и газ провели, и асфальт. Потом сама фирма, эта организация хорошая. Не пожалели, что обратились? Нет, нет, нет. То есть, если есть какие-то вопросы, вы звоните, вам не отказывают и идут навстречу? Ну, у меня прораб был Антон. Ясно. Хороший прораб. Антон молодец. Да, молодец. Антон молодец. Ну, руководство, я уж не говорю, те молодцы. В дополнение, что вот я сказал, выше упомянуто сказал, вот мой менеджер. Вот этот тот человек, который меня сюда направил. И нашла меня не где-то здесь в поселке, а да, я жил в Москве, спокойно, никому не лез, никому не мешал. Нашла меня в Москве, я сказал, что приеду сюда, и посмотрю. Продала. Приехал, посмотрел, и теперь я уже, как и она, местный житель. Да, я тоже здесь живу, так что мне тоже здесь нравится. Вот сейчас начали ложить нам асфальт. Думаю, что будет у нас все хорошо и красиво. Люди неплохие, все сделаем. Вместе, дружно, да. Все сделаем. Все, спасибо. Друзья, если вы ищете новый дом в благоустроенном поселке недалеко от суеты, обязательно позвоните в нашу компанию. Проведем видеообзор, встретим, развестим в комфортной гостинице, и вы подберете для себя дом вашей мечты. Звоните, мы всегда на связи. Пока-пока!